Саша Ларина вновь в России в объятиях своего горячего пекаря. Но примет ли ее бойфренд из народа после того, что она устроила в аэропорту Франкфурта? Знаете, когда будет у вас возможность заплатить за бизнес-класс, тогда мы с вами поговорим о равенстве, о братстве, об этих всех... Отстаньте от меня, дайте я пройду! Ну, а ты это вообще всерьез сказала? Вот так да. Вот это вырвано из контекста. Похоже, я была злая, я была уставшая, я летела к тебе, торопилась. И звездная болезнь... И вела себя, между прочим, как милая бусечка. Да. Пока одна мадам не начала выступать. А это есть на видео? Андрюш, откуда я знаю? Я что ли видео снимала? Я это так Левочка, не оставлю. Левочка, я ну спокойно, порву. Ну чего так переживать? Из-за чего так нервничать? Из-за этой фигни, что ли? Выезжаю к тебе. Пекарь и красавица. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.